списке мифов об истории нашей страны особое место занимают события 30-х годов. Мы то и дело слышим о 37-м годе и о голоде 32-го, 33-го годов, о так называемом Голодоморе. А вот о геноциде 20-х годов и о голоде, организованном большевистской верхушкой после революции, говорится очень редко. Интересно, а почему это так? Чем отличались страшные события начала 20-х от событий 30-х годов? В чем же разница между Голодомором эпохи Ленина и Троцкого и эпохи Сталина? Спору нет. Гибель людей всегда трагедия. А когда речь идет о страданиях и смерти миллионов женщин, детей и стариков, то не прийти в трепет невозможно. И однако необходимо понять, разобраться в том, а что же произошло в период 32-33 годов, когда от голода умерли миллионы людей. Нужно понять, почему эта катастрофа разразилась именно в это время, и кто за нее в ответе. Для того, чтобы разобраться в генезисе Голодомора, необходимо оценить расстановку сил в стране и мире накануне трагедии. За несколько лет до Голодомора 32-33 годов из СССР был выслан Лев Давидович Троцкий. Сталин победил окончательно. Резко изменилась внутренняя политика в Советском Союзе, в том числе и в экономической области. Иосиф Виссарионович начал разгром концессионной политики, проводившейся Троцким. Лев Давидович сразу после революции умудрился сдать иностранным фирмам в аренду почти всю экономику России. Так, осенью 1921 года Россию посетили братья Хаммеры, дети того самого социалиста-богача Джулиуса Хаммера, который опекал Льва Давидовича в Нью-Йорке. В октябре 21 года братья подписали с наркоматом внешней торговли первый из 123 договор. Спенс Ричард, Trust No One, The Secret World of Sidney Reilly, Farrell House, Лос-Анджелес. Концессии Троцкий раздавал на все. На лес, на пушнину, на уголь, нефть, золото, медь, марганец. Лев Давидович превратил Россию в сырьевой придаток Запада. 14 ноября 1925 года советское правительство передает концессию на разработку ленских приисков. Британский банковский консорциум, связанный с американским банковским домом Кун Лейб, согласно соглашению получил право добычи золота на протяжении 30 лет. Майский. Воспоминания советского дипломата. При этом Троцкий и автор военного коммунизма Ларин предполагали превратить население России в рабов, которые должны были трудиться на западных концессионных плантациях. Концлагерь строился даже не для построения коммунизма или достижения светлого будущего, а попросту для обслуживания интересов крупных западных корпораций. Огромная разоренная страна, подобие единого концлагеря. Уменьшившееся затерроризированное население превращено в рабов и покорно трудится, поощряясь куском хлеба. А сверхприбыли будут грести угнездившиеся в России и урвавшие в ней свою долю иностранные бизнесмены. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». Троцкий вообще хотел загнать людей в трудовые армии. Его экономическая модель, с одной стороны, заключалась в распродаже страны, а с другой – в построении трудовой военной системы. Бегство из трудовой армии он предлагал рассматривать как измену режиму. Трудовое дезертирство при данной обстановке является таким же актом контрреволюции, как и вооруженное восстание против рабочих и крестьян. Мы будем создавать трудовые армии, легко мобилизуемые, легко перебрасываемые с места на место. Труд будет поощряться куском хлеба. Неподчинение и недисциплинированность караться тюрьмой и смертью. Стенографический отчет 10-го съезда РКПБ от 1921 года. Поддерживал теории Троцкого об организации экономики страны, захваченной ставленниками с Уолл-стрит, и другой оппонент Сталина – Бухарин. Почему-то Бухарина принято считать либералом в партии большевиков. Однако вот что писал этот либерал. «Принуждение во всех формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи». Бухарин. Отличная получалась картина.
Россия, по мнению Троцкого, Лурье и Бухарина, должна была стать подобием единого концлагеря. Население, превращенное в рабов, должно было трудиться за пропитание, а все доходы получали банкиры с Уолл-стрит. Начался разгром всего построенного Лениным и Троцким. После высылки из страны в феврале 1929 года Льва Давидовича Сталин прекратил деятельность дочерней компании банка «Кунлеев» Лены Голдфилдс, которая получила от Троцкого целый комплекс горнорудных и металлургических предприятий. Среди них Ревдинский и Бисерский металлургические заводы, Ленские золотые прииски и Горшинские угольные копи. И уже в декабре того же года Лена Голдфилдс была вынуждена свернуть свою деятельность в России. Пока в стране шла борьба за власть между пламенными революционерами во главе с Троцким, десятилетиями жившими за рубежом на взносы с одной стороны, и Сталиным с другой, наше золото в количестве 93% утекало за рубеж. С 1930 года золото в Сибири стала добывать уже государственная компания, и вся прибыль пошла в бюджет. Выслав товарища Троцкого из страны, сталинское руководство начало разбираться с выгоднейшими договорами, которые заключались с подачи самого эффективного менеджера и самого лучшего организатора большевистской революции. Николай Стариков. Кризис. Как это делается? Однако страна была еще очень слаба. И просто выгнать западные компании было невозможно. Разоренная кликой Ленина и Троцкого, бывшая Россия не имела автономии. А потому сталинскому руководству, отобравшему часть власти у интернационалистов, приходилось нелегко. СССР уплатил Лене Голдфилдс 12 миллионов 965 тысяч фунтов стерлингов штрафов за убытки и неполученную прибыль. Но борьба продолжалась. Пожалуй, наиболее чувствительный удар западный истеблишмент получил в банковской сфере. Одновременно сокрушая оппозицию, Сталин начал прижимать и интересы иностранцев, нацелившихся на изрядный гешефт за счет России. Был ликвидирован Роскомбанк. Его объединили с наркоматом внешней торговли, а директор Роскомбанка Олаф Ашберг был смещен со своего поста. Энтони Саттон, Уолл-стрит и большевистская революция. Следует отметить, что шведский банкир Олаф Ашберг, возглавлявший созданный властью Троцкого и Ленина Роскомбанк, фактически владел банковской концессией в России. Сам Ашберг был близким человеком немецкого банкира и куратора германской разведки Макса Варбурга. Брат Макса Варбурга, Пол Варбург, возглавлял Федеральную резервную систему США. Перед революцией Ашберг руководил стокгольмским необанком, через который шли деньги для революции в России. Присцилла Робертс упоминает, что Яков Шиф переводил крупные суммы Максу Варбургу для благотворительных целей. Деньги от банковской фирмы Макса Варбурга переводились в стокгольмский необанк Ашберга, а отсюда переколачивались в российские банки. Не стоит также забывать, что представителем Уолл-стрит, то есть представителем Шифа и Варбурга в Белом доме, был друг и советник президента Уильсона полковник Хаус, который так описывал цели и задачи банковского сообщества властей США и Запада в целом. Остальной мир будет жить более спокойно, если вместо огромной России в мире будут четыре России. Одна — Сибирь, а остальные — поделенная европейская часть страны. Архив полковника Хауса. Если добавить к этому, что иностранный отдел Роскомбанка возглавлял человек Моргана Макс Мэй из компании Guaranty Trust, можно себе представить, в какой ужас пришло банковское сообщество на Уолл-стрит после разгрома Роскомбанка и после потери сотен концессий по всей России. Чего стоят одни концессии с Армандом Хаммером и с Фрэнком Вандерлипом, председателем правления National City Bank? Договор аренды, заключенный на 60-летний срок, начиная с 1920 года, с Фрэнком Вандерлипом и его консорциумом, предусматривал эксплуатацию месторождений угля и нефти, а также осуществление рыболовства в Северосибирском регионе площадью в 600 тысяч квадратных километров. Если бы победили Троцкий, Каменев, Бухарин и компании, а не товарищ Сталин, то Советский Союз превратился бы в одну сплошную концессию. Сталин выступал за построение сильного государства, за индустриализацию,
а Троцкий пел песню о мировой революции и раздавал при этом все в аренду западным компаниям. Когда Сталин в 1925 году начал индустриализацию, Запад ввел золотую блокаду. Смысл этого поступка прост. Теперь станки и машины СССР может покупать только за свои природные ресурсы. Золото будет лежать в подвалах Гохрана мертвым грузом. Нефть, лес и зерно, особенно зерно. Вот что хочет получать Запад за поставки собственного оборудования. С отъездом из страны Троцкого, которого Сталин попросту не осмелился тронуть, противодействие со стороны Запада курсу Сталина на восстановление мощной промышленности усилилось. Запад наносит очередной удар. Вводится эмбарго, запрет ввоза на Запад советских товаров. Фактически был запрещен экспорт леса и нефтепродуктов, то есть всего того, чем СССР оплачивал поставки станков и оборудования для осуществления индустриализации страны и построения мощного оборонного комплекса. Запад стал принимать только зерно. Сталинское руководство оказалось перед тяжелым выбором. Либо отказ от восстановления промышленности, либо в случае продолжения экономической реформы риск голода и мятежей, а также весьма вероятное возвращение к власти марионеток Уолл-стрит, или, говоря проще, партии Троцкого. Что бы ни выбрал Сталин, Запад оставался в выигрыше. В этой ситуации Иосиф Виссарионович решил идти напролом. Летом 29-го началась коллективизация сельского хозяйства Советского Союза. Государство собирает зерно, отправляет его на Запад, но вовсе не для того, чтобы уморить голодом часть населения страны, а потому что нет другого варианта оплаты поставок оборудования. Здесь может возникнуть законный вопрос. А почему так необходимо было осуществить индустриализацию, а точнее построить мощную оборонную промышленность? Что угрожало Советскому Союзу, а точнее чем располагал Запад для того, чтобы остановить Сталина и не дать ему построить мощную страну? Еще в 1922 году спецслужбы США взяли под опеку молодого немецкого политика Адольфа Гитлера. Гитлер показался Янке настолько перспективным, что к будущему фюреру был представлен контактер от американской разведки. Его имя – Эрнст Франц Зедвиг Ганфштенгель. Фактически воспользовавшись редким случаем, когда американский разведчик пришел к нему сам, Гитлер предложил себя в качестве меча цивилизации в борьбе с марксизмом, то есть с Россией. Николай Стариков. Кто заставил Гитлера напасть на Сталина? В дальнейшем судьбы Гитлера и Троцкого оказались связаны неразрывно. Стоило Сталину нанести очередной удар Троцкому, и движение Гитлера получало незамедлительную финансовую поддержку с Уолл-стрит. Для Гитлера и нацистов именно год высылки Троцкого становится, наоборот, началом невиданного роста. Успехи Гитлера и его доктрин могут таким образом быть точно прослежены. В 1928 году он располагал всего 12 мандатами в Рейхстаге. В 1930 году эта цифра увеличилась до 107, а в 1932 – до 230. Дальше больше. Уехав за границу на турецкий остров Принкипа в Мраморном море, Троцкий тут же издает бюллетень оппозиции и печатает автобиографию «Моя жизнь», которую высоко оценил автор моей борьбы Адольф Гитлер. Троцкий получает в своем убежище очень неплохое финансирование от своих старых хозяев, а на Гитлера обрушивается просто золотой дождь. И вот уже 3 августа 1929 года в Нюрнберге проходит самый грандиозный съезд в истории нацистов. В 30 специально заказанных поездах доставлены 200 тысяч партийцев. Перед фюрером маршируют 20 тысяч штурмовиков. И это делает политическая организация, которая летом 28 года не имела на съезд денег, а потом проиграла выборы. Что же за добрая фея помогла нацистам? Имя волшебника – разведки Великобритании, США, Франции. Итак, угроза для Сталина была вполне очевидна. С одной стороны, это раскручиваемая Западом нацистская гитлеровская Германия. А с другой, это внутренняя, так называемая троцкистская оппозиция с лидером, сидящим в Турции. Теперь вся надежда Иосифа Виссарионовича была на хорошие урожаи зерновых. Началась коллективизация. 5 января 1930 года выходит постановление ЦК ВКПБ.
о темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству. Завершение коллективизации в зерновых районах страны предусматривалось к весне 1931 года. Уже к концу 30-го года Республика Немцев Поволжья, первой в СССР, завершила в основном сплошную коллективизацию. В остальных зернопроизводящих регионах она была закончена к началу 32-го года. На Украине было коллективизировано 72% крестьянских хозяйств, на Нижней Волге – 84%, на Средней Волге – 64%, в Северо-Кавказском крае – 81%. Кондрашин. Голод 1932-33 годов. Трагедия российской деревни. Людей стали загонять в колхозы насильно. Идея заключалась в том, что необходимо было укрупнить сельхозпроизводство. Поскольку крупные хозяйства эффективнее и изымать у них зерно проще, старое, царское, самое мощное в мире сельское хозяйство было уничтожено в начале 20-х годов. И нужно было срочно создать новое, но насильственная коллективизация чуть вновь не привела к крестьянской войне. Сталинскому режиму пришлось временно отступить. Грубейшие ошибки и искривления были тотчас же признаны и приняты меры по их исправлению. Их первый результат – массовые выходы крестьян из ненавистных колхозов. Резкое снижение уровня коллективизации к концу лета 1930 года почти на две трети. По СССР – до 21%, по РСФСР – до 20%. Гроссман. «Все течет». Однако индустриализацию надо было оплачивать, ведь осуществляли ее крупнейшие западные компании. Генри Форд строил в русском Детройте, Горьком, Горьковский автозавод. Полковник Купер с группой американских инженеров сооружал циклопический Днепрогэс. Американская кливлендская компания Маки Компани строила магнитку. Росли тысячи заводов. Оборонной задаче было подчинено все остальное строительство. Все наши новые предприятия закладывались как производство двойного назначения – мирного и военного. Все 10 тысяч предприятий, построенные за 2,5 предвоенные пятилетки, были нацелены на оборонное производство и, будучи не всегда рентабельны, как автомобильные, комбайновые, тракторные, они были эффективны как артиллерийские, авиационные, танковые. Миронин. Голодомор на Руси. Необходимость индустриализации, а точнее подготовки к войне, заставляла власти изымать у крестьян все зерно подчистую. Из страны вывозилось более 1/5 всего урожая. Но этого было мало, и в сентябре 1930 года ЦК ВКПБ было принято решение усилить коллективизацию. В 1930-м государственные заготовки зерна по сравнению с 28-м годом выросли в два раза. Из деревень в счет хлебозаготовок было вывезено рекордное за все годы советской власти количество зерна – 222 миллиона центнеров. Грациозе. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. Крестьяне стали сопротивляться коллективизации. Начались крестьянские восстания. По некоторым данным, их было не менее 2000. И это было понятно. Насильно загнав большинство крестьян в колхозы, местное руководство вело себя по отношению к крестьянам так же, как и в начале 20-х годов, когда красный маршал Тухачевский расстреливал Тамбовскую Вандею химическими снарядами. Верховная власть в стране с разгромом интернационалистов Троцкого сменилась, но исполнители приказов были те же самые палачи, что и уничтожали русский народ в период революции и во время гражданской войны. В 1931 году были зарегистрированы порки мужчин и женщин. Порки колхозников организовывали состоявшие из местных активистов так называемые «союзы борьбы за дисциплину». Пользуясь безнаказанностью и попустительством со стороны вышестоящего районного руководства, активисты союзов пороли колхозников за опоздание на работу, за огрехи в пахоте, за поломку инвентаря, за плохой уход за лошадьми. Поскольку зерна стало не хватать самим крестьянам, началось резкое сокращение поголовья скота. Страну поразила нехватка мяса. 30 июня 1931 года вышло постановление ЦК ВКПБ о развертывании социалистического животноводства. Государство стало принудительно изымать скот у населения.
Все эти меры дестабилизировали ситуацию в стране. Однако зерна для закупок техники на Западе все равно не хватало. Государство приступило к продразверстке. Однако решить задачу оказалось крайне сложно. Ну, во-первых, миллионы крестьян погибли при подавлении в период 18-21 годов Тамбовского, Сапожковского и многих других восстаний. Во-вторых, многие крестьяне ушли в города. В-третьих, многих так называемых кулаков высылали целыми семьями, кого на север, кого в Сибирь. Кроме того, люди попросту не хотели работать. Не хотели после всех зверств, которые они претерпели от советской власти. Люди стали работать откровенно плохо. Они не могли понять, почему государство забирает у них все зерно и зачем государству вывозит его потом за границу. Так, например, Шолохово в Вешенском районе одна из колхозниц, подбиравшая оставшиеся после уборки колосья, показывая на лежащее на полях зерно, сказала: «Наше зерно не принадлежит за границе, мы его съедим сами». Из письма Шолохова Сталину 4 апреля 1933 года. Кроме всего прочего, члены старой ленинской и троцкистской, а некогда Свердловской гвардии лелеяли мысль о свержении Сталина и о возвращении себе власти. Многие из этих людей были на высоких постах и сами участвовали в коллективизации и продразверстке. Директивы насчет того, сколько в какой губернии имеется кулаков и подкулачников, и как с ними надлежит поступать, присылались из Москвы по линии ОГПУ. Если вспомнить, что тогда фактически страной заправлял НКВД, а точнее Ягода, и что потом был выявлен заговор в НКВД, то сама по себе манера проведения коллективизации вполне могла быть рассчитана на создание условий для социального взрыва. В этой ситуации в 1932-33 годах на страну обрушилось страшное горе. Засуха. Урожай был плохим. В ситуации, когда резервов зерна не было, а текущий урожай убирался очень плохо, голод был неминуем. Наиболее тяжелым положение оказалось в районах Нижней Волги, Северного Кавказа, на Южном Урале и на Украине. Смертность оценивается по-разному. Цифры отличаются порой в 2-3 раза. Но в любом случае это страшная катастрофа. О масштабах трагедии можно судить по следующим данным. Население СССР с осени 1932 года до апреля 1933 сократилось со 165 миллионов человек до 158 миллионов, или на 7 миллионов человек. Причем главным образом за счет сельского населения. История СССР. Голод был фактически повсеместно. Говорить в этой ситуации как о специально организованном украинском голодоморе не представляется возможным. От голода больше всего пострадали те регионы, где выращивали хлеб, потому что он весь без остатка изымался. Нельзя сказать, что власть не пыталась помочь людям. В пострадавшие регионы направлялись резервы хлеба. Была попытка закупить хлеб в Иране. Пытались просить помощи на Западе через Лигу наций, созданную еще императором Николаем II. О голодоморе в Лиге наций докладывал знаменитый норвежский ученый Фридтьоф Нансен, но его не услышали. Выступление вызвало всеобщее недоумение и незамедлительный отзыв самого Нансена из Лиги наций. На Западе в это время ожидали падения сталинской власти и готовились к восстановлению утерянного над Россией контроля. Что и неудивительно, поскольку именно западные службы и были в ответе за организацию голода в СССР. Итогом данной спецоперации должна была стать смена власти в Кремле. Об этом свидетельствует документ, полученный советской разведкой в мае 1933 года, в котором говорилось о переговорах Риббентропа с ведущими британскими промышленниками в поместье сэра Генри Деттердинга, нефтяного магната. На этих переговорах, помимо всего прочего, обсуждался раздел российского рынка в связи с грядущим госпереворотом в СССР в 1933 году. Итак, можно утверждать, что главной причиной голода 1932-1933 годов была политика западных стран, принудивших Советский Союз закупать оборудование, необходимое для модернизации экономики, только за зерно. Конечно, сыграла роль и засуха, и прежде всего геноцид крестьян, осуществленный Лениным и Троцким в начале 20-х годов. В целом, события 1932-1933 годов это попытка Западом вернуть себе под контроль ресурсы бывшей Российской империи,
Однако СССР устоял. Запад не смог обрушить сталинскую власть. И тут же в 1933 году к власти в Германии пришел Гитлер. Деньги, на которые Адольф Алозьевич так быстро возвысился, принадлежали тем же людям, что привели к власти в России Троцкого и Ленина. Как когда-то перед Первой мировой войной Уолл-стрит готовил Вильгельма II против Российской империи, так теперь банкирское сообщество выращивало Гитлера против Сталина.